На основании статьи 9 регламента Петрозаводского городского совета сессию объявляю открытой. Уважаемые депутаты, присутствующие, прошу всех встать. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Предлагаю избрать председателя счетной комиссии. Председателя Петрозаводского городского совета. Мы ставим на голосование. Мы ставим на голосование уже? Олег Александрович, кандидатуру предложите. Кого вы предлагаете на пост председателя Петрозаводского городского совета? Предлагаю Бондарчука Геннадия Павловича. Какие будут еще предложения, коллеги? Я предлагаю Дьяконова Сергея Александровича. Дьяконова Сергея Александровича. Две кандидатуры у нас. Какие будут еще предложения? Есть предложение подвести черту. Если черта подведена, приходим к голосованию. Кто за то, чтобы эти две фамилии включить в список в бюллетень для голосования? Прошу голосовать. Кто за? Так, счетная комиссия, приступите к подсчету голосов. Вы уже избраны. Счетная комиссия, по рядам. Коллеги, я понимаю, да, что первый раз голосовое будете считать. Значит, распределите сразу, кто какой ряд будет считать, кто будет суммировать, кто будет докладывать. 27. Может, его лучше поставить? Ну что, лучше совета от 5 октября 2016 года. Избрано членов счетной комиссии трое. Присутствовали члены счетной комиссии Роман Дмитрий Владимирович, Антипов Александр Вячеславович, Сухов Вадим Александрович. Для Петрозаводского городского совета установлено количество депутатов 28. Избрано депутатов 28. Счетная комиссия установила число бюллетеней, полученных счетной комиссией от аппарата городского совета 27. Число бюллетеней, выданных депутатам для голосования – 27. Число бюллетеней, содержащих ящики для голосования – 27. Число действительных бюллетеней – 27. Число недействительных бюллетеней – 0. Фамилия и имущество кандидата – Бондарчук Геннадий Павлович. Число голосов, поданных за каждого кандидата – 25. Дьяконов Сергей Александрович – 2. Число голосов против всех – 0. Таким образом, решение об избрании председателя Петрозаводского городского совета принято. Председателем Петрозаводского городского совета избран Бондарчук Геннадий Павлович.